У меня шторы будут. Класс, да? Карнизы вот так вот. Щик. Белые шторы такие в пол. Как хорошо. Пришли ровно в 3 на установку. Так приятно, что пунктуальные. 2400 лир. Посмотрим, как будет по итогу. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что круто будет. Очень даже. Господи, как жарко. И какие смешные цветы. Какие смешнючие. Ой, ой, ой. Вот шторы лежат. Скоро буду висеть. Вот мои шторы. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Кайф, да? Кайф. Ага, ага, ага. Кайфово очень. Уже вешает шторы. Сейчас покажу. О. О. Угу. Нечисты были перила, то он сверлил, налетело. Смотри, как красиво, да? О, супер просто. О, супер. Заглушку. Щик. Щик, щик, щик. Класс, да? Смотрите, с подвязочками. О-о-о. Как красиво. Вот эти они прям в пол. Как красиво. О. Все. Так. Так. Отлично. Отлично, отлично. Отлично. Ой. Маме покажу. Прекрасно. Только вот я не могу понять, почему он завязочки-то вот. А, здесь что ли? Вот так вот будет перехватывать? Они же пузырем будут. Конечный-то результат как? Не могу понять. Он же мерил кого-то там. Это куда? Я ничего не понимаю. Мирабалар! Кайф, да? Вот это кайф. Все прекрасно. У меня шторы. Это не белый цвет, кремовый, мне кажется. Мне кажется, я белый заказывала. Я ничего не помню, что заказывала. Там столько ткани смотрела. Я, может, на этом остановилась. Я не помню, правда говорю. Это просто невероятно. Это как красиво, во-первых. Сейчас покажу. Это так красиво. Чего я раньше не сделала, дурочка. Глядите, да, у меня как... Как спальня. Я так одасы. Смотрите, как красиво. Вот это да. Завязывает на шнурочки. Ой, как красиво. Клево, да? Прикиньте. Прикиньте. Вообще кайфово. Вообще. Кум королю, сват министру. Представляете, вот такая сижу вся в шатрах.
вся в шатрах. Красиво-то она очень красиво. Ну, кого-то они напришивали вот это вот херни. Это не тут, это не там, это не там. Сейчас снимет, поедет в офис перешивать. Все измеряет дополнительно. А так-то очень красиво. Ну, вот эти вот подвязки, эту перешьет вот сюда, эту перешьет сюда. Как он вот эти вот нахрена? Это они, наверное, сделали по принципу турецкого балкона. У них вот такие вот поручни. Да, у них такие поручни. Они сделали, наверное, по стандарту. Вот эти вот два снять надо. Приедет, перешьет. Сказал, через час приедет. Ну ладно. Так хорошо, да? Как комфортно, господи. Прям клево. Круто. Я даже не знаю, как слова подобрать. Клево, круто. Все. На балкон сейчас будет. Короче, сегодня у меня день открытых дверей. Лена принесла перцы. Тут еще с такой, с картошечкой. И так вкусно мне сейчас будет. Говорит, можно даже именно холодное есть, потому что очень жарко. И еще принесла грудинку белорусскую. Интернациональная кухня. Вот соседушка у меня, так соседушка. Гляньте, и грудинка. Такое сальцо, да? Ой, господи, как мне вкусно будет, а? Как мне будет вкусно. Ой, Иночка, приятного аппетита тебе. Короче, а этот чудик со шторами все повесил, все и поняли, что эти хомутики-то неправильно сшиты. И поехал в офис, они тут недалеко находятся, перешивать. Все снял, тут оставил свою стремянку, оставил свои инструменты и уехал. Сказал, что явится через час. Явится через час. Я вот сижу, жду. Ну, сейчас хоть поем, соседка принесла еды. Ну, все нормально будет. Я чувствую, что будет все хорошо. Будет очень красиво. Так облагорожено. Давайте снимем пробу с сальца. Тающе во рту. Мило-бело. Супик. Говорит, холодный можно есть. Есть кастрюлька, можно подогреть. А можно и холодный. Знаете, вот мне не хочется горячего. На улице 38 градусов. Да надо же, да? Так готовить уметь вкусно. На славу своей семье и мне. Соседки. Прекрасно. Я вам, знаете, скажу. Неплохо, неплохо, неплохо. Бля, жара какая. Ой, жара. Что тут приедет, что делать? А я здесь. Уже, смотрите, угольное мясо, фарш. Перцовый такой фарш. Вкусно. Как дома хорошо. Как дома хорошо, боже. Как же дома хорошо, господи. И в гостях хорошо, но дома лучше. Вкуснотища. Ну-ка. Еще такое сальцо. Да? Правильно.
черствой лепешечкой. Засохла. 5 дней назад покупали. Она была порезанная. Лежала в холодильнике. Вкуснотища. Посмотрите, за разговорами-то и съедать причину-то. Фаршок такой. Не могу разобрать. Какой фарш? Ой, не могу. Но разобрала то, что очень вкусно. Все. Сейчас еще привет, шторы мне повесит. И девчонки ждут меня вечером в ресторан. Лена и Оксана. Вы гляньте. Во! Доуру! Вот! Посмотрите, как хорошо стало. Супер. Вот так должно быть. Доуру. О, чё, гизель. Во. О. Вот. Вот. Посмотрите, как. Доуру. Вот, сейчас вторая штора. Ага, давай, давай. Ой, как хорошо. Ой, я протирала перила, сейчас буду опять протирать перила. Вот эта вот стандартная штука идет на всех турецких шторах. Она прикрепится к стене, чтобы вот так вот. Мне тут не к чему крепиться. Ну, короче, решили мы ее оставить, этот вот шнурок. Потому что вдруг у меня будет к чему крепить. Какой-нибудь крючок, да, куплю и сюда прикреплю. Ну, короче, посмотрим. Пускай будет. Серега, быстренько, да? Быстро перешили. Он даже меньше часа ездил. Меньше. Вот так вот. Ну, кайфово, да? Блядь, как классно. Ой, как кайфово. Теперь я могу на балконе быть голой. Смотрите, сейчас можно сидеть голой на балконе. Прикинь. И как раз вот здесь вот будет продуваться. Отсюда будет задувать. И вот отсюда будет задувать. Чего уж так на глушняк-то не надо закрывать. И вот эти вот он сейчас свяжет между собой. Видите? Оп. Здорово. Как хорошо сделал. Как хорошо. Идеально. Юзаль. Смотрите, как хорошо. Какая у меня сейчас летняя комнатка. Здесь воздух. Щих. И оттуда щих. И можно их всегда раздернуть в любой момент. И задернуть. И у меня эти бегунки бегают. И сиди голышом. И делай, что хочешь. Да, овец. Супер. Супер. Шинди супер. Слушайте, как же кайфово получилось, а? Как же кайфово. Можно выходить сейчас голышом на балкон. Сиди вообще. Вот здесь, короче,
можно крючок сделать и вот так вот закрывать. Вот так вот. Но я специально, можно было и вот здесь вот гардину сделать, но я специально, должен быть свежий воздух на балконе. Я же курю временами, чтобы все проветривалось. От солнышка спрятали, чтобы все проветривалось. Как хорошо. Идеально просто. Идеально. Вот эти вот штуки я сейчас подпалю зажигалкой. Видите, да, вот это вот. Аккуратненько все обработаю. Все. И все. Слушайте, у меня вопросов вообще нет. Я очень довольна. Без вопросов приехал, устранил все неполадки. Я очень довольна, очень довольна. Как красиво получилось, как хорошо. 2400 турецких лир. Сколько на рубли, не знаю. И знать не хочу. У меня рублей все равно нет. Сейчас буду. Сейчас протру, потому что он тут сверлил. Протру пол и начинаю новую жизнь половую на балконе. Так, мои любимые, вы должны заценить мою работу. Я так старалась. Я протерла полы, все сделала. Поставила стол и стулья на свое привычное место. И посмотрите, как здорово, как классно. Это завершающий вариант моего балкона. Ну, конечно же, осталось еще взять зажигалку и опалить вот эти вот штучки. Но это дело вот 3 секунд. Но главное, пол чистый, мебель на своем месте. Посмотрите, как кайфово, как здорово. Класс, да? Принимаю поздравления.